Ой, сманить еще раз, я пойду фласочки куплю. Ладно, кто был вчера целка 23 ферр? Всем привет, я была. А что? Типа не будет? Будет. Ну, а можно на другого перса, если нельзя? Ну, тут у всех куча персов, кроме одного человека, это маг. Ну, один персонаж. Здравствуйте. Привет. Куда движение? Только господи. Там уже фул давно. Че там нельзя добыть типа на этих персов? Все, я подумал. Мне без разницы, можно на другого перса. Просто человек 10 тут ходили вчера. Знал-то, что так будет. Че, пока пул, да? Ну сейчас, если Терри подтвердит или зикспал. Че я подкосил? Летит не сумонился. Хорошо, поставь еще раз шкаф. Ты пока здесь. Ладно, давайте в виде исключения, раз КД слетело. Можете ролить на тех же персов, кем шли вчера. Теоретик подтверждает шуман. Сумасвод ТРК. Пошли тогда бить трэш. Кто хочет в рейд пойти, он ретрик или холи прист? Я пойду ретриком. Заходи. Сейчас, подожди, что ты летит-то? Кила у тебя нету? Наверное, шум какой-то. Малафы кашет. Сладов, подожди, мне бы скажи. Каким будет исход? Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца. Зигис Пал что-то говорил, что отойдет куда-то. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Еще будут кого-нибудь присуманивать? Да. Ага. Отойду, короче. Ну, как отойду.
Слетаю в Огримар. Будет время там модем перезагрузить, а то что подлагивает. Перезагружаюсь сейчас. В принципе, с чего я либо могу зайти за хилом. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. В конце концов, все вы будете служить. Пойду на него. Молджас, будешь каски раздавать. Спрячься за колонну все. Теоретик, ты тут? Ликун, что ты делаешь в Огримаре до сих пор? Просто а я же сказал, что это портуюсь, ну, протонусь туда и куплю там всякие фласки там, фласки. Я же сказал, предупредил. Говорил. Мы с пикролем. Ставим шкаф с манином людей. Раз кто-то, если будет тебя фкашить, я вас поменяю. Люди хотят рейд попасть. Я постоит.
Мол, уже сказки раздавай. Пишем аркана какой спик ролим. Вары стакаем раскол, кричим на хп. Ауру сосредоточенности поставьте вместо ауры света. Чек. Паску по пристам. Все, все готовы, заходим за линию, пошел пух. Давай, рост. Принт, рост. Встаньте возле звездочки, правее от звезды. Давайте в ШП. Играем в ШП. Топал, выбегай. У нас вот выбегай, сейчас будет выход. Так и стойте звездочки, РДД бейте босса возле звездочки. Отойдите от луж, играйте в шипы. Все в шипы играем. Кто возле звездочки? Звездочки просто стоим, ждем пока босс крутится. Ну, служи выходим, служи вышли. Играем в шипы. Дим, отхил, давайте. Да. Пристыли вовремя, Дим, отхил дали. Без команды даже. Арпис, поднимай теоретика, теоретик, поднимай стила. Андряга, поднимай Маньшуна. Играйте в шипы. Дряга, поднимай Маньшуна. Я его не вижу. Ну, попробуй посмотреть правый верхний угол, там есть карта. У ворот лежит Крист. Напрягайте, а просто бейте его сейчас. Ихрен вас убьет. Ощущение, что мы на анбафе с такими хилами. Поднимайте павших. Так, Маньшун, ты ДЦ? Спасибо, Лев. Ну смотри, посмотри свой отхил сейчас. Ты был жив на двух вихрях. Ну абсурд был и нахилил меньше вот холипала. Если ты сейчас будешь таким же хилом на леди, я тебя меняю. Потому что это не хил, это я не знаю, что это. Мы будем падать на профи или четок. Давай, море, инспекайся в танка. Пояс.
Ты, Илья. Илья. Кто? Звук вруби. Все, спасибо большое, Ферри. Так, бабы ДК слева у нас будут танчить, протопал справа. Все паладины с пула по КД во время боя сливаем капли. Божественный щит тоже. Това с пула звездопад вязаем. Если кого-то кидает контроль, вы меняете звездопад. ДК прожимайте с пула антимагию и по КД юзайте ее до контроля. Снимаем все бафы защиты от темной магии. Бафаем полностью рейд, лапку, интеллект. На второй фазе первая на пул на Моровинда, второй на Сумасвода. Слева будет милики бить, справа РДД. Приоритет контроля милики хант. Я не знаю, тут Хершам релогнулся, у нас рейд на 30% проседает. Вы будете хилить? Давайте я тут спекну с хила. Не надо никого спекать в хила, сейчас посмотрим, кто слабое звено и заменим его. Навсегда. Пушите рыбу. Не, Олег, по факту просто народ не выбегал. Вот и все. Ну, ДЦ умирает в луже. Че это проблема? Я сейчас говорю, не про ребро. В смысле, сейчас АУЕ урон проходил от моба, и весь рейд проседает до 50%. Прикольно. Ладно. Детей не фикашит. Чек на мафы. Да. Каску попалом, да, еще? Приста бафа не вижу. Присты будете бафать? Если кто-то умирает, сразу бафаем потом, когда его рейсует. Не бафаете, будет минус ЕП. Чтобы я каждый раз не повторял баф, баф, баф. Здесь чек. Кольцо лежит, боешное. Опасно. Держи. Так, все готовы. Макрос на пол. Как вы смеете вступать в эти священные бои? Это место станет вашей могилой. Звездопады прожали, капли обновили, антимаги прожали. Вышел трэш, играем в трэш. Где играем в трэш? Так, скоро контроль будет. Пытаемся контролить меликов. Смотрим. Ты не в силе противиться моей воле. Давайте луну пока контролим. Я законтролю трусы. Повторите за луну следи. Трэш играем. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Так, контроль сейчас 3 секунды. Череп надо слить. Быстрее в череп играем. Контролим квадрат. Трусы. Классный контроль, ребята. Апис, поднимай Мэншуна. Топаем по леди. Эскейп по леди. Играйте в трэш. Товары убил, да? Вар убил мага и ДЦ, да? Контроль 3 секунды. Пытаемся контролить. Луну контролим. Я застанем луну.
Так, у всех Бэра на КД, верно? Значит, переводим леди, пошли играть в трэш, ориентир звезда. Все в трэш сыграли. Веди леди к звезде. Так, отбегаем от духов. Ну это не звезда. Отпуливайте на Моровинда. Контролем, сейчас одна секунда. Веди леди за звездой. Луну контролем. Луна это не лик. Так, вышел трэш, играем в трэш, отбегаем от духов, к звездочке отходим. Веди леди за звездочкой, все инеры машуленьки отдаем. Лена, давай гимноману, машулька ставь, тотем на ману. Веди дальше леди, сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Все, останавливайся. Квадрат контролим. Ладно, не надо, я законтролил. Застанил квадрат. Контрольте еще раз квадрат. Вот, молодец, вихрь дал. Играем в трэш. Отбежали от духов. Давайте к звездочке. К звездочке отходим бить трэш. Можно вести леди на другую сторону. Опять контроль пару секунд. Контролим миликов. Топаем ауе урон. Обновляем капельки. Так, трусы надо застанить. Станем трусы. Лена, убийца, полена. Кинул покаяние. Отошли от духов, звездочки отошли, надо убить трэш. Ой, так тебя убило. Капля откатилась. Понятно, играйте в трэш. Уведи леди в другую сторону, духи вышли. На все воля господина. Ваша смерть. Я думал, тебя вары убили. Ну вот, Меншо, молодец. Умер, и мы выжили. Значит, проверять тебя будем на следующем боссе. Без ГП. Всем привет, Москву. Да. Это бисовые штаны на ханта. Какой без ГП? Нарумса. Смеетесь? Нет, не смеюсь. Ботинки что надо? Нарумса. Это Армсовые штаны, не поверишь, бисовые. Смысл вот это... Армсовые актуальны, что ли? Ну, есть. Некоторые люди. Ну что, бедолаги хотя бы десятку дают? На ком? Хотя бы десятку дают на сурке, бедолаги? Около. Да, нам пошли дальше. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще... Вижу наваров, кристобаф опять. Лак есть. Каски нет наваров. Похож, храбрый воин. Солдат Альянсу тут очень много. Так, берем ранцы. А,
Можно я в пушку? Да темпа только поставь. Тыкните по салону. Не сумой, он слишком сильный. Что сильнее? Хант. Встаньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Ортрон, взлетаем! Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед солдатами... Вот это бейте пока оружейников, которые на вражеском корабле стоят. Милики, пошли бить босса. Сейчас появится на том корабле. Нет, что-то не появляется. Вася, у нас вот перелетай. Вот есть 4 скрины с ДПСом, целковой спингер. 328 тысяч на сутки было. Скинь в группу, пожалуйста. А скрина нет, я просто цифру помню. Вчерашняя? 336. 340 у меня скрина вообще показывала. Давай уже 360. Серьезно, я могу скинуть, у меня на пике. Это вчера до хрена был, да. 340. Сейчас будет 300. Давайте бьем. Магас. Бьем. 3 хила тогда было, да? Да. Знаю, потому что ты хила и так хилит. Или вы все 4 хила полезли в пушки? Да? Да, но она тоже может тебя спросить, зачем ты в пушку полез. Я релокнусь быстро. Я запускаю. Когда не буду. Ну, в урологосе минута 30 до боя. Какой-то штуки долго разговаривают. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим. Еще ты хули поможешь. Ну, нормально. Не, есть что-то на. Слышишь, пальку хилить? Я так специально надеваю. Хотя вот твой это как раз таки самое то. Сейчас для тебя это самое то. Счет, они тебе помогут. Причем нормально. Ну, ДП получишь. Пойдешь по Эре. СПД, тем больше вероятность того, что кританет. Ну,
больше крита с ПДБ. Я обещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Не, не, у меня Дунам Роллин просто по ИПГ по системе. Заодно. И чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Yes. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеч? Во имя короля меча. Трэш. 2 секунды. Травы всех трэш. Давайте всех трэш играем. Ну, дрочек надо забрать на себя, дотанчить. Новый трэш через 2 секунды. Ну, давайте собрались в трэш. Так, 3 метки, 2 на миниках. Один трэш будет. Один трэш остался. Сейчас появится трэш, играем его. Парасак убили. Поздно хилить. Общий депресс. Кинь там 10 строк, чтоб я заскринил. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Спасибо. Тридцать 13, 4 хила, добавим плюс 13, 326 где-то. Чинька, Павлокш, жрец. Подпишись. Воля. Давайте на чему идем? Да,
А щиты в сумке лежат. Точнее, их никто не рулил. Дайте что-то на офф. Рулим на офф. Вот. Это поганич. Звездочку. Звездой играйте, чтобы было не два дебафа на вас, а один. Просто не было? Минус. Так, сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте справа я соберу собаку. Мы идем. Че там, варар стакует раскол? Да, не слежу за этим. Вейдер на Ниломорде поставишь ауру силы природы
Теперь слушайте внимательно, кто как на миломорде будет располагаться. Артвейдер, Лифин, слева от босса, Трулля, Теоретик, справа от босса, Лота, Эндриага, Уворот, Розул, Хаба, позади босса. Идем на... Идемте налево уже. Ну, добьем ловушку подальше. Каску дайте. Каску по шаманам. Идите пока места занимайте, только не согрейте босса. Да, сейчас дам кулак. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чек последний. О, краснопух. Теперь можно дать рост. Да не напуливай на меня с полу так. В смысле, на тебя напуливают урода? Мы договорились, что первый БДК даем, а второй уже друг другу. Наверное, надо агропередачу снимать при напуле, нет? Лужа слева от ворот, двигайтесь. Пропадет лужа, встанете на обратное место. За спину перебежали. Кожу пожми, Андреаля. Лужа справа от ворот, двигайтесь. Да, спину перебегаем. Плоту, прожми уход в тень, точку. На тебе 10 стаков. Включаешь урон. Мы прибегаем. Кан, под тобой лужа. Выбегай. За спину перебежали. Там, прожми на большого слизнюка. Глыбу прожми, Акинфлай. Понятно, приходится самому это делать. Отбегайте лужу. Апис, подними селфиш Марона. Айкенфлай, выйди на рейндж. Забирай еще одного слизня. Ладно, я заберу, не надо, не парься. Сейчас будет взрыв, готовьтесь выбегать, скажу когда. Все, выбежали к стене, выбежали к стене. Видите, где звездочка? Давай, Сакру. Стали все под босса, кроме Айкенфлая. Оттяни босса чуть в центр. Так, ну по бою Артвейдер плохо, не убегаешь, слушай, нормально.
приходится тебе бегать, давать тебе длань. Очень меняется. Вот там дальше. Биллинг тоже не может стантить моба 5 секунд. Мне приходится выходить и забирать моба. Брейд не умер, не дохило. Так его, может быть, кто-нибудь бьет большого слизняка обычно. Это трудно его стаунтить. Его таунтишь, а его кто-нибудь ударит, и он обратно в босса идет. Ну, я вот стаунтил почему-то. Просто выделил моба и стаунтил. Надо подумать, почему ты блевал. Я имею в виду про то, что его кто-нибудь если ударит, он обратно может поехать. Ну, пойти. Это не тот случай. Давайте на уфольте. Таунтишь и кастуешь экзоцизм, вот тебе игру набивается. Тарелка. Просто не успел выделить моба. Пришлось мне выделять его, прожимать длань возмездия. Действует сколько там? 2 секунды, кажется. Давайте бафы пороги по ханту. Я чуть не умер уже. Так, метки сносим, звездочку, кружок. Начинается бой, сразу выходим все на дистанцию РДД хилы. Мильники, если я говорю ваш ник, вы убегаете в метку, на которую я скажу. Все бафы есть. Тартвейдер. Понял. Держи кулак. Макрос на пол пошел. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Так, три блюет нормально. Бегаем от слизнями на зоне. Человека блюет вместо трех. Что-то мне нехорошо. Надо подождать.
Лапус. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломор. Да, я хотел за тапку не зайти, но забыл зайти. Вот 30. Ну, чуть выше. Ой, сбили своего танка на мейн. Ну, тебя ДК ретрит на мейн. Так, Сумасва, ты помнишь, как танчить буса? В второй фазе и на первой вести его к зеленому слизню. Разу кидаешь проклятие косноязычия на слизней. Сначала на зеленого слизня кидаешь проклятие, потом на красного. Жука ждем. Сейчас я спущусь. Чек на АФК. Меншун, ты тут? Значит, пилы не сбегаются в цель зеленого слизня. Охилит людей, которые пострадают от взрыва. Бой висит. Спасибо, я заметил. Я только сейчас. Давай, где давай, брат. Танцуй. Ну, ждем ДЦ, значит, либо поменяем его потом. Я отойду тогда на одну минуту, ладно? Артвейдер, это... Поставь еще ауру силы природы. Олег, объясни, пожалуйста, почему ты ему по фулл ГП дал пояс? Конкурентов даже не было. Не 50% должно даваться. Да, 50, я просто забыл, что он один ролил. Думаю, либо я что-то не учтил. Что мы не за фул шли. За половину. Ваня, ты в РКК? Ваня Варенька. Да, тут я. Надо хил на спрофа. Куда-то вылетел ДЦ. Шаман, Эрдру. Там можешь хули пистом или Эрдру, все равно. Вот этот человек, он может частенько ФКшить в рейдах. Он как мне рассказывал, что у него компьютер слабый, и это раз за 4, наверное, его кикали. Да, согласен, я такой ФКшит, даже с рейдов плоских ливаю. Это чистая правда. Меншуна? Ну да, ну человек, я его спрашивал, он в ответ молчит. Не стыдно за него, хоть я
за него словечко замолвил, что он нормально играет, но минус в том, что он уходит с рейда, то АФК что еще? Так, ну давай посмотрим, как он играет. Сейчас я посмотрю, как он играет. Угу. На тухлом последний по абсорбу, с учетом того, что Войт хилит и Машулечка. Ты еще на ребре его хотел кипить. Здесь тоже самое. А так он что, на первом месте должен быть? Да, он всегда на первом месте. ДЦ всегда сильнейший ман будет хилить. Потому что он абсорбит, он сейвает будущий урон, который пройдет по рейду. Если он это правильно делает, то он всегда будет первый по абсорбу с хилом, с сумме. Ну, а этот чувак что-то либо не знает, как играть, либо просто не хочет напрягаться там, не знаю. Давайте бафайте ирдру. Короче, не знаю, этого чувака, наверное, кикну с гильнии, если не забуду. После таких слов. Лучше физик с пала взял. Не знаю. Дай на Аписа. 49 140. Ну да, что-то мало, я смотрю, рядом ДКАш стоит, самосвод почти. Ну, он, наверное, тупо щиты кидает, ничего там нету, молитвы никакой не кидает. Машулечка, может, потому что это исцеление, он ДЦ, не? Такой линкуешь. Я абсорб линковал. Все, Билин пей столик. Самосвод начинай. Блин, опять нету панели. Нету панели собака. Ты не можешь пить? Ответь. Нет. Можешь пить? Нет. Нет, нет, нет. Вообще ничего нет. Кресты бьем взрывом разума. Стопаем так, 87. Стопайте по боссу. Виталий, чему передай, Виталий Кун. Этого не замедляю я. РДД на расстоянии добивайте. Сакру, надо, прожмешь на переходке Сакру. Все к столу, на ком зеленый добав к столу, красный, начинайте бить уже красного. Белин на взрыве, дашь Сакру. Я уже добавил. Отходим в куклу. Кого откинет в центр, отходите в куклу. Побежали в центр. А избегайтесь. Так, Литар красного, добивайте быстрее красного. Все, добили. Побегайтесь в череп. Так, спокойно. Все живы, отлично. Убегаем от пельменей. Вроде лагает. Ты попроси, чтобы не лагало. Я пока не буду замедлять красного. Хаба диском. Хотя ладно, замедли. На хабу боб, на хабу боб, быстрее, хабу боб. Хаба диском, диском. Да, все нормально. Давайте, играйте. Только с него боб спадет. Подбегаем от луж, пельменей. Спасибо за боб, это. Что-то слишком много случайностей в одном трое, да? Играйте все в зеленого, отбежали от пельменей.
Как я? Стопаем по профу. 5% до переходки. Ляга за хильди. Убиваем слизня, потом переводим профа. Переводим профа. Скажу, когда роздать. Рост. Меня можно диспелить. Диспельте меня. Диспел меня. Куклу диспелит. Ну блин, лучше сейчас диспелить, чтоб я подамажил, наверное. Давайте, на ком зеленый дебаф. В квадрат отбегаем. В квадрат отбегаем. Добиваем на расстоянии. Милики отошли. Отошли от зеленого. Отлично. Так. Ну ладно, давайте по таунчу. Снимай с меня. А, блин, не вышло. Нервово. Лучше так не буду делать. Блин, забирай босса. Бежали от кол. Одна секунда. Квадрат уже отбежал. Так, я достаунчу, если что. А, ладно, уже не надо. Я релокнулся. Пружинный пояс. Рел код трога. Защиту. А ты иду за водичкой. Двое находник шаман. Так откинется. Нужно подойти поближе. О, как неожиданно. Не достаю слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Не будем делать. Кружочек будем бить. Я кину покаяние на звезду. Как насчет духа стаи?
Извини, что долго так. Может, в лаборатории придете? Кому бафы пишем? Талдрама, напуливаем на сумасвода, набираем дистанцию, артвейдер, все ханты, все шп, бьем боссов и следим за кинетикой. Давайте набираем дистанцию, прожимай сакру, блин. Набрали. Дряга, поднимай Харзула. Апис, Шизар, Дряга, поднимайте Харзула. Каску. Лапу, интеллект по Харзулу. Сразу вызывай пэта, направляй на босса. Отводи. Когда же будет тот рейд, когда воля никому не нужна будет? В следующей жизни, наверное. Да не, года два назад. Когда там трини на успех кролились, и там РДДшные, миликовские. Отведи к воротам босса. Прольется кровь.
тушка. Какой у него пиар у Шазара? Чё? У Шазара пиар какой? Ну, я выше был. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сейчас иду на приста. Блин, я сегодня забыл зайти на Тухлого и упали там. Ты на Венспилс я хотел зайти? Ну, это понял, когда вот на второй секунде пула босса. Вот, стрит, да их лимнул с гильдии опять. Винтовка равена серебряными пулями. Что, не могу зайти обратно в игру. Там в чате никто не пишет про эти приколы. Да, вроде нет. Нет. Ты попробуйте в трем окном зайти кто-то. Я не могу зайти, например. Я везде ничего не сидел в окна. А ты сейчас зайди. Попробую. Нормально зашло. Выбор персонажа. Я тоже зашла. Паладином. Ну, вот я зашла. Заходит. Я вышла. Что заходит? Можно по лобафу перебафить? Заканчивается. Это, наверное, знак, что я колье заберу. Пусть оно упадет. Сикара хватит. Если никто на мэн не будет ролить, кроме меня. Там Олег заходит за колье. И он не может зайти.